Хорошее настроение, море эмоций и воспоминаний – вот что привезли губкинские школьники домой. Найти новых друзей, посетить интересные места, узнать много нового и интересного ребятам помог оздоровительный лагерь. Юные путешественники побывали в 6 зонах отдыха – Шахтинский, Текстильщик, Болгария, Ямал, Премьера, Ресурс, Снежинка, а также Ребячая Республика. Сама территория очень огромная, там есть 2 жилых корпуса, СДЦ, и очень много всяких разных батутов, развлечений для детей, корты теннисные, баскетбольные, всякие разные площадки. И детям было там весело и очень хорошо. В лагере ребята развивают свои творческие способности, участвуют в различных мероприятиях и награждаются за это призами и грамотами. А Александра Витевская вовсе получила титул. «Я очень переживала и думала, что у меня не получится», — говорит маленькая мисс. У нас был как бы конкурс на мисс и мистер Ребячая Республика. Там был, мальчик стал из 4-го отряда мистером. Я, естественно, мисс. Я была очень рада. За меня вожатые тоже были очень рады. Все говорили, что я самая лучшая, говорили, так и продолжай. Смены в оздоровительных лагерях тематические и профориентационные, направленные на активный отдых, что, несомненно, с каждым годом привлекает больше губкинских ребят. Я была в лагере Ямал, он находится в Болгарии, в городе Китон. Там проводилось очень много мероприятий, главное из которых не запомнилось, это кинофестиваль и «Давай робота». Вот, мы придумывали различные танцы. На кинофестивале мы всем отрядом снимали фильм. Это было очень забавно. Веселые вожатые, хорошая погода, отличное настроение – вот что необходимо ребятам в лагере. А главное – безопасность. Обеспечить ее – задача взрослых. Каждый лагерь, в котором отдыхают дети, еще до приезда проверяют комиссия. Большое внимание уделяется и профилактической работе. Готовятся к отъезду еще 3 группы. Это в количестве 52 человек. Совместно с управлением ГУ и ЧС в целях профилактики правонарушений и предупреждения чрезвычайных ситуаций в местах отдыха детей будут с родителями проведены родительские собрания. Хорошо проведенные летние каникулы – залог успешного и продуктивного учебного года. Впереди еще один месяц лета, и юные губкинцы с нетерпением ждут выезда в летние лагеря. Мадина Булбаш, Денис Гимп, новости Губкинского.